Рейтинги Трампа и Клинтон сравнялись, сообщает издание Washington Post. На него мы ориентируемся в этих рейтингах, всю эту кампанию. Трамп и Клинтон набрали по 46% поддержки избирателей. Хотя еще в середине октября республиканец отставал, причем сразу на 12 пунктов. А накануне, когда были опубликованы результаты опроса за последний день октября, вообще сложилась уникальная ситуация. Тогда Трамп впервые обогнал Хиллари на 1% пункт. Это эксперты связывают прежде всего с возобновлением расследования ФБР против Хиллари Клинтон и компроматом на ее мужа Билла Клинтона. Это опубликовано было на сайте WikiLeaks. Вашингтон Пост также отмечает, что во время предвыборной кампании Трамп установил рекорд как самый непопулярный кандидат за всю историю проводимых опросов. Иногда его рейтинг ненависти достигал 69%, но, похоже, все-таки Трамп совершил невозможное.